Всем привет! Наш очередной репортаж с подготовки к Львовскому фестивалю Alpha Jazz Fest 2012 уже с площади рынок. Нас стало немножко больше, поэтому у меня свободные руки, я могу им махать и показывать. Но прекрасно, что здесь начинает создаваться. Это наша вторая сцена. Здесь будут выступать звезды, некоторые из которых по своей именитости и по маститости не уступают тем ребятам, которые будут выступать на главной сцене. Шикарное абсолютно открытие фестиваля произойдет в пятницу 1 июня. Именно на этой сцене концертом, уникальным концертом Man Sound и Пикардийской Терции. Совместную программу они готовят специально для открытия Alpha Jazz Fest. Ну и здесь вы видите, как достраивается левая башня, правая башня уже построена. В этом году сцена будет иметь очень уникальный формат, который, в принципе, в Украине, ну вот в таком виде практически как бы и не был реализован, в таких габаритах, в таких размерах. Через несколько часов мы будем поднимать крышу и уже начинает работать над декорациями. Как вы видите, вот там немножко справа за фонтаном практически все занято нашими брусьями, баннерами, пластиком и так далее. Ребята трудятся уже над компоновкой того, что они вчера нарезали. И сегодня к вечеру уже сцена будет практически собрана. Так что здесь все будет готово к саундчекам 1 июня и к открытию фестиваля. Ну и следующий наш репортаж будет про то, что мы успели сделать за сегодняшний день на главной сцене. Поэтому через несколько часов ждите нас снова в эфире. Всем привет!